Даже и не знаю, как эта хрень называется. Ну, уже даже заплачено. Я еще раз говорю, пошли вы это. Вы знаете, куда вам идти, советчики херовы. Я же говорю, мне уже за это заплачено. Мотаю, за что платят, мне похеру. Ну, тут примитивно просто задавлено в подшипник, во внутреннее колечко. И не выходит, пробовал я и стучать, и все. Тут ни гаек, ничего нет. Keyway обнаружил, блядь, забыл уже, как по-русски называется, шпонка. Магнитом потыкал. Но остается вот тут еще вот, вот такой метод. Откручиваешь винты. Они там типа подтай. Ну, может, и видите. А потом сниму съемником, упрусь. Ну, в общем, поняли, да? Потом покажу. Так. Тут магнит. Где шпонка? Смазка это очень дорогая. Это снимаем. Да, нет тут никаких. Я боялся, что отломана резьба. Не, просто запрессована в подшипник. А это на шпонке болтается, разобьет потом. Хорошо поработает, разобьет. А это я сейчас под съемником стяну. Переломал вот это. Начинаем новую тетрадку, так кончилось. Мысль пришла в голову. Попробовать их опубликовать. В смысле, отдать наборы, напечатать и продавать, и бабло, лупить. Так, тут схема, но зарисую, потом покажу. Тут видно, вот пошла, вот она сюда пришла, вот отсюда.
Куда? Сюда или сюда? Разорвал вот эту. Куда звонится? Много. Вот сюда звонится. Тут между ламелями-то звонится. Да нет, пам. Вот она сюда пришла. Но это много, больше 10, 15 ом. На эту сторону. Да, вот они поломы тут. Вот сюда она приходит. Но крутиться-то должна в эту сторону, потому что это угловая шлифмашинка. Хоть тут резьбы и нету, но она в эту сторону должна крутиться. Значит, это последняя полусекция. А первая полусекция этой секции. Ну, можно убедиться. Сори, я тут перепутал пазы. Вот куда? Вот оно. Ламелька для отсчета. Она приходит на третью. Раз, два, три. Она приходит вот сюда, вот, вот так. А это звонится. Видите как? Нужно разбираться до конца. Вопросов не было абсолютно никаких. Вот. Значит, это вот так пошло. Тут сколько-то витков. Пазу надо потом глядеть. Сейчас можно чистить, все размеры снял. На одной ноге показывал. Вот так. Это не молоток, это киянка, чтобы не расклепать. Снял. Очки для защиты во время работы на токарном. Сейчас буду срезать. Срезал. Паз полупустой. Значит, можно провод чуть ли не вдвое толще. Там и понятие относительное. Тут же работает сечение. Скажем, если диаметр 0,4, в два раза больше сечения уже где-то будет в районе где-то 0,6. Я точно не помню, но так. Но никак. 0,4 плюс 0,4, 0,8. Уже будет в 3 или в 4 раза сечение больше. Там считается площадь круга. Короче говоря, тут скорее всего 0,22 где-то. Наверное. Можно будет взять 0,25 или может быть даже 0,20. Выбиваю практически тупым гвоздем. Диаметр 0,28. Возьму 0,31. В пазу. 96 на 4, 24. Да. 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 Иногда даже лобзиком имеет смысл пропиливать. Но нужно две руки. Нужно проверить изоляцию между ламелями.
Поехали. Провод на 31 взял. 1:4. Витков нужно 24. Это значит 6 оборотов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отвод. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это начало, это короткое, это отвод, это длинное, конец. В кучу. Мотаю в другую сторону, мне так удобно. Потом поменяю начало, концы. Повернул на 180 градусов. Мотаю симметрично то же самое. Чтоб потом не сношаться с балансировками. Если некоторые однобоко мотают. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отвод. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Короче, все самое. Конец, короткий, начало. Начало короткое, конец длинный. Притопить надо, прижать. Ритм тут проводу помочь. Шаг 1.6 везде. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отвод. Так, что у нас? Влезет или не влезет 0.31? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот в чем вопрос. Быть или не быть? Однаха-бадмаха. Закрою я этот паз, хоть и плотно. В общем, так по кругу до конца. Кому шибко интересно, 100 раз снято в начале. Самый конец. Вот осталось по 2 паза. Без выводов вовсе. Клиент поторапливается. Трамбовать провод, не рвать. С этой стороны тоже надо.
Все то же самое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это вот. Еще 6 оборотов или 24 витка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Перевернули. Концы нужно раскладывать. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Вот. Помочь надо. Камера не выключена. Все нужно будет обойти пазики, притопить. Потому что сейчас буду обрезать, чтобы не обрезать провод, то выступает, обрежешь и потом будешь гадать, где он обрев. И нужно закрыть. Потом сюда клинышек деревянный забить. Но это ж надо как следует подтоптать. Ты тут еще не... Но закрыть его потом надо. Подтрамбовать нужно. Вот так лучше. Тут фасочку прежде снимаю. Береза хорошо без сучков, которые подходят для этих делов. Так вот забиваю. Коллектор. Сейчас распутываю первую попавшуюся. Вот это вот конец. И он отсюда. Короче говоря, вот здесь вот так называемый без креста. А если с этой стороны вывода делать, то с крестом. Середина остается отвод. А то, что был отсюда, конец он уже. Вот он конец. Короче, сюда переносим и начало, конец меняем. Ну и маленько сдвигаем на третью. Обвязал, подправил, сейчас обрежу. Все позамыкал. Когда заплавлял. Ну вот посмотрел через увеличилку. Наскочило
Одна ламель на другую. В том месте, где прожаривал. Это вот может помочь. Но нужно очень аккуратно, чтобы не соскочил ножик и туда по обмотке не угадал. Ну вот в этих случаях эта штука незаменима. Вот это, то, что краснеет, это ерунда, это я. Вот теперь надо проверить на наличие цепи омметра. Если все нормально, то это готово к пропитке. От узелка, чтобы не сбиться. Ом. Два. В смысле, номер два, вторая ламель. Тот же ом. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25. А если был бы обрыв, то казало бы вот так. Ладно, все готово к пропитке. Греем. Готовим пропитку. Смолу. Пропитываем. Нагрел прежде до 100 градусов, чтоб лучше проникало. Задача гарантирована. Пропитать все.
Вот сделал один оборот, пошел на второй. Вот второй. Метка вот этого вот узелок. Несколько минут нужно подождать и пропитывать ту сторону. Кто-то тебе смс-ки шлет. Почистил, поставил подшипник, сейчас буду протачивать. Тут в центре стоит, тут в подшипнике. Проточил, нужно почистить между ламелями полировать. Проверяю стружки, надо потыкать, у меня баланс. Это правый датчик. Вот что творится. Что сказать? Много оборотов, что ли? Это левая. 40 герц, это больше 3000. Подбираю. Где тут выбор-то? Лишнего вот тут много. Вот скорее всего. Да. Я подберу. Короче. Где-то вот тут, по-моему. Но явно меньше. И тут. И тут меньше. Тут смолы много натекло. А потом с противоположной стороны выбирать. А это лишнее. И это не то. Вот это лучше. Это левая, это правая. С этой стороны нужно выбирать. Без вот левая. В пределах нормы. Обороты, тем более большие, обороты большие. Это правая, это тоже нормально. 2-3 милливольта. Будем считать, что все хорошо. Вот отсюда вот выбрал, просто отрезным камушком. И тут оказывается выступ был смолы, натекло. Массу, да. Все это можно собирать. Задавливать только вот так, не стучать, и только после этого вставлять шпонку. Но без крышки лучше не включать, потому что эта шестеренка должна ее держать.
Один ампер, чуть больше. Все, лучше не надо. Даже на удивление. Собирать.